Самый крутой. Смотри видос, малыш. Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. Мне вообще похуй. Даже дверь открыта. Вообще похую. Че ты мне дверь выпилил, блядь? Блядь? Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! I was just looking for the sports channel, Gary. Come in. Идите в жопу, мой хороший. Идите в жопу, дорогой. Идите в жопу, мой хороший. Идите в жопу, мой родной. Прости меня, ты мать культура. И вы простите, господа. Я, блядь, их, сука, опаздываю, ёбаный, блядь. Опаздываю, ёбаный, блядь, разбабурю тебя, нахуй. Да заебался уже, нахуй. Нихуя! Да ну нахуй! Ёбаный в рот! Пиздец, граждане! Я балконы! Балконы! Что происходит в голове у шимпанзе? Как узнать, о чем они думают? Их нельзя просто спросить. Возможно, геном человека и шимпанзе и идентичен на 98%, но оставшиеся 2% решают все. Чтобы понять, как наши ближайшие родственники видят мир, нужно дать им способ рассказать об этом. Это и стало целью исследований, описанных в этом фильме. Так, погоня продолжается. За нами бежит кабан. Кабан! Догоняй! Он догоняет, Димон. Не-не-не, притормози, пусть бежит. Давай, братан, давай, давай, быстрее, быстрее. Ты кто такой, а? Че ты можешь-то? Ты никто, понял? Ты моего друга обидел? На тебя надвигается буря, атака бешеных лап. Давай, я расплываюсь у тебя в глазах. Ты еще не видел медвежий стиль, только молящегося богомола или стиль обезьяны. У-у-у-у. Задачей моего первого рейса было доставить порох в Ла-Рошель. Я не предполагал, что это путешествие так изменит мою судьбу. Вы думаете, уже конец? Но нет. Чтобы закончить, нужно поделить видео с друзьями, ведь они тоже хотят годноту смотреть. Все, бро, пока.